Спасибо.
Там, 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 там.
Булат есть! Давай, давай, спокойно. Впереди движения такие. Подвигайся, блядь, встал. Наоборот, к нам ближе. Больше движения. Разверни! Нет, нет. Один! Война! Хорошо! Давай, 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 просыпаемся! Здорово, здорово! Давай, сидя! Замена! Ако! Куда, куда, на его правильно! Булат, в центр у тебя, Булат! Это ваши игроки! Повыше, повыше! Левый подбор! Упор есть! Край может быть! Садитесь, садитесь ниже, Такир. Оставляю того комара. Да. Вот, выходим, выходим, выходим! Выше! Нет, почему он один идет? Крисин, да вы стоите! Хорош было! Высоко! Все, вторую половину свободно! Хорошо! Давай, давай, давай! Там, там, там! Движение! Решай! Доставай как можно! Вася, замена! Булат, лезь, Шариф, остаешься. Саня, Саня, останься на подборе. Шариф, лезь! Шариф, лезь! Быстрее! Один кто-то останется. Сань, Сань, ты за. Ниже, ниже, ниже. Вот так, да, оставайся. Ну, давай. Что у меня есть? Что у меня есть? Костя, Костя. Туда, туда, Костя, туда. Да нет, центр. Ай-яй-яй! Хорошо! Подожди, замена! Сага! Поменяйте сковородку! Камар! Два от вас так в жизни не получится играть, если у вас так не будет. У нас единолично, а у нас... Единолично! Я стою один, брат! Прижимай, прижимай, здесь приемы. Меньше касаний даем. Здорово. Думать не даем. Давай, сидеть, группу, надо поработать. Надо, надо. Надо уже давай. Да, бля! Алло! Да, бля! Давай, давай, парни! Давай, движение! Движение! Думать, думать не даем им! Не убьем, блядь, да. Скажи, пожалуйста, Есть, Айда! Подсказ, подсказ, подсказ! Шире играй! Хорош, Шарик, хорошо! Царь есть, царь есть! Пешком, блядь!
Глеб, готов. Не боюсь. Что за хуйня просто, блядь? Ставить его способу. Хорош! Хорош, Кость, здорово, здорово! Хуйня! Играйте в таз, блядь! Подсказ сразу же, дали пас ему подсказ! Добавляй, чё, давай! Тобой! Табук! Другая есть! Лево, лево, шаль, лево! Хорошо! Гори! Саня, Саня! Поджимай, поджимай, поджимай! Все, спокойно. Один! Выйди, выйди! Хорош! Хорош! Умнички! Просто вышел парень, здесь стал парень. Просто стол. Хорош, Костя! Здорово, здорово, здорово! Да зачем, бля? Тут нас тут сыграли, блядь. Доми! Трое вас, трое вас, уже больше. У вас преимущество. Хорошо. Разворачивай, разворачивай. Центр, центр, центр. Турик, Турик, помогай, Турик. Давай, 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 Турик. Один, один, один. Ну пробей. А ты чё, блядь, травишь, что ли, блядь? Да? Мяч, мяч, мужики! Да, давай, давай, чел. Вот этот забит, чел. Я тоже так не буду. Хорош, Костя! Поджимай, поджимай, поджимай! Здорово! Рэп, можно замену, рэп? Алим! Алим, Алим, крыл! Алим, выйдешь? Серег, ты центр, Серег, спустись! Справа! Вот, вот! Умничка! Лес, умничка! Лес, здорово! Центр, центр! Хорош, Саня! Серег, правый, Серег, правый! Хорош! Бежать, бежать, бежать! Ногами догоняй его! Отдай! Здорово, да, здорово! Хорошо, парни, хорошо! Там или домик, да? Ну да.
Давление, давление, вот он, ты даем. Даже без ректора здесь. Лево, лево, лево. Давай, давай, давай. Нет, не бегай по полю, пожалуйста, ребят. Рэп, заменка, рэп. Чел, сына. Да, да, да. Там, там. Давай сейчас, замена. Как порядок, последний, он убегает. Хамар. Хорош, подыщи. Да, да, ну я сказал уже. Первый! Давай, давай, давай! Опа, опа, опа! Все, все, дыши, дыши. Бровочку, бровочку ему! Я середину, там никого не было. Бабочка, здорово, брат, здорово! Давай, 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 здорово, хорошая сейчас. Выставляйте, выставляйте, берите игроков. Не стойте без игрока. Давай, 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 уходи. Пошли, пошли. Далее, 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 двое, далее, двое. Здорово, Серега. Так же, так же, Серега, так же. Один, один. Серега. Здорово. Туда! Ходи, уходи, Даня, уходи! Давай, Дура, давай, блядь! О, о! Давай сюда, замена! Булат! Хорош, Дура, хорош! Лево, лево! Там, там пенальти не было. Я вообще его не трогал. Хорошо, хорошо, пойдем. Пойди, вчера ты забил. Догоняй! Давай, давай, здорово. Давай, 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 Уходи, 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 уходи!
Горишь! Дурак! Здорово, бой! Горишь! Двигай, двигай! Есть центр, двигай. Есть центр! Да. Ну пробить! Пробить! Давай, Стя, замена! Дань! Дань! Да. Нападающий сражается. Хорош, Дань! Можешь запрыгнуть, пожалуйста. Правую ногу не дай!
здорово. Давай, 40 секунд, бегать. Давай. Садимся, поджимай. Саня, спина, Саня! Сюда! Так же сразу. Право. Отдай его. Сжимай. Там. Право. Еще. Хорошо. Да, ты такое, знаешь, активное. Я точно не знаю, но я слышал, что типа хотят... До конца! Легит, хрена, легит! Двое. Сань, тебя там! Хорошо, здорово! Пока с ним же выше! Давай! Он же один! Ребят, с голосом играет! На фандоне за Украину болели, за сборную Хорош, Саня! Давай. Пока играют, после приложения. Да. Но, к сожалению... Помогаем!
Добрый вечер, дорогие друзья. Заканчивается у нас футбольный уикенд, и вашим вниманием предлагается матч. Первый дивизион встречаются фавориты. Меня сейчас вообще... Добрый вечер! Хорош! Вашему вниманию предлагается центральный парк юго-западной лиги. Проходит он параллельно с матчем Кубка Москвы, который на первом поле у нас происходит. Вернее, Лиги Москвы, да, вот Алексей Кузнокотов, Чекмарев меня поправляет. Да, Лига Москвы, групповой этап на последний бой. Ну, а у нас битва, наверное, фаворитов. Сильнейшая команда. Команда ФРЛО, хотел сказать, шальные, совсем недавно мы помним команду Для четырех побед, одно поражение и одну ничью. На восьмом месте находится ФРЛО, в свою очередь 5 побед имеет после 6 туров и одно. Давай, пацаны! В этой же группе играет Дюпель 13. Команда, которую мы прекрасно помним по высшей лиге Запада в прошлом году. Много времени играть. Запада, опять-таки, в позапрошлом году, да, были призерами, они зайти в юго-запад и первую строчку забрали под свое, так скажем, дюпельное, под свое дюпельное. И вот, соответственно, конкуренты сегодня на поле, конкуренты со звездами настоящими. Здесь хорош, и Михаил Петров здесь, и Павел Погребняк. Повернулись, Глеб! Восьмым номером, да, под тем самым восьмым номером, с которым он полную рукану забивал Дипан, заставили сам себя от «Зенита», и команда выиграла этот кубок. При всем страдании, когда с ним выигрывают, да, победа в наших клубах УЕФА. Это сделали не только Санкт-Петербургский «Зенит», это сделал еще и армейский клуб, за который «Зенит» на фото всегда радеет, да, и это еще сделал «Донецкий Шахтер», да, вот с этим сейчас с Миничем разговаривали. Команда выиграла в «Селесты» 5-1, и он сам Донецкий Шахтер тоже выиграл группу. Ну, будем надеяться, что и Спартак Московский, и Кокос Групп, и Шаны тоже этот кубок пытаются выиграть. Но передача от Михаила Пивинова, Спартак Погребняка. Эту связку мы помним еще по миру 2008. Снова Пивинов с мячом. Передача уже границы штрафной площадки. Пивинов берет на себя прострел. И защитники перехватывают. Вдвоем взял на коробочку и траекторию полета мяча заблокировали. Сам Пивинов пошел подавать. Пивинов раздевается, оголяется, горит его торт. Да, снял шапку, снял свитер. Все снял Пивинов лишнее, чтобы ничего не помешало ему головой. Где там Павел Погребняк? И не будет состав. Кстати, прошу себе Чупарева мне дать протокол. Если можно, протокол, чтобы озвучить составы. Пока что игра не опасна. Пивинов показал, что будет на Далю подавать, Погребняк там отвелся от защитника, расправляется. Давайте,
команду ПРО выходит в следующем составе в воротах Сергей Парафонов номер первый. Далее классическая расстановка 3-3-1 справа в защите Александр Абрамов, центральный защитник Прокофьев Роман номер 6, Егоров Дим слева, его соответственно зовут Виктор, Виктор Егоров, номер не отмечен, но мы разберемся обязательно. Центр защитников справа. Играет Лев Власов, номер 8, в центре поля. Алексей Курилин, номер 11, слева. Ковторашвили под пятым номером на три атаки. Это Родин Толгов под номером 7. Вот такой состав. Начало поединка. Красный маркер с такой белой поперечной диагональной. Кокос Групп в воротах. В воротах действует Михаил Камянкин, номер 13, справа Терещенко Павел под номером 80-м, Лавренко Илья, номер 10-м, плохо поставился. Действует правого защитника слева. Играет Сергей Смердокобов, номер 4, справа. Справа, друзья, внимание, внимание. Павел Погребняк, номер 8. Конечно же, я не мог не сделать. Давай, давай, пауза. Называю это имя фамилию. В центре поля играет Виктор Власов, номер 5, слева. Михаил Пилинов, тоже профессиональный игрок, который сыграл порядка 100 матчей. Далее! Хорошо! Быстрее атаки. Тур Магомед Дудай. Номер 9, обозначен он в составе как Тур. А Тур это, по-моему, Серега! Серега! Воинственного быка. Да? Горит, горит. Тур вот такой вот там же уже в составе. Уже. Штанга, Серег, штанга! Который сейчас владеет мячом, передача направо, расстрел, и нужно до удара довести. Удар же воротам заблокирован. Заблокирован этот выстрел. Каждый с игроком! Ответит, чем ответит ФРЛО, агрессивно начинается у нас матч, и в интенсивном стиле действует тоже эффективно, хороший темп, только что. Прострельная передача опасная, нет, там контролируемая защитник. Хорошо, Терещенко. Атака оказывается без результата. Павел Погребняк исполняет. Оставь Шариф. Звуковой линии в синий будет. Давали, но здесь второй хочет развить атаку как можно быстрее. Слева. Тур. Так. Огромное спасибо за помощь. Давай. Спасибо Сергею и Михаилу Першину. Отмечаем Виктора Егорова под номером 22-м, да, в составе ФРЛО, человек, который выходит с первых минут, да, забыли отметить. Первый тур! От нашего пристального взора не узнает никто. Ну и зарабатывает сейчас такой же штрафной удар. Мячу подходит Роберт Долгов, посмотрим, удар! Любительской лиге мы еще не дошли до того, чтобы за стенкой дабы такие но никак у Парижа не получается добраться до тех высот, до которых мы хотим. Но у нас, как будто играет фаворита Лиги 1. Напоминает, Михаил Пименов перебил своего оппонента и подставился под этот фол. Подай! Набирай!
Сегодня у нас новый Алексей Родионов, похоже, уже второй день здесь на Западе. И вчера кстати, я уже встретил матч. Моя команда попала. Иди на бровь, на бровь. Не остановишься. Еще болельщики мечами. Не мешали Сиду, а сегодня посмотрим у Диона. Ром, давай, работай. Давай до конца! Вася, замена! Угловой зарабатывает команда ФРЛ. Даня, Серега, Шариф! Давай, пошел Роман Прокофьев. Такой внушительный разбег, чуть ли не на уже не на первую поляну вышел Прокофьев. И смотрим за этой подачей. Нет, такая, знаете. Назад, Селик! Не музыкально вышла передача у Прокофьева. Какой пас за шведы от Михаила Гриминова. Голос, пацаны! Пробил Турмагомед Зудаев в дальний угол. Но точности этому выстрелу не хватило. Отмечаем передачу шведой от Михаила Гриминова. И замена в составе команды «Кокос Групп». На поле под 17 номером появляется Дмитрий Киселев, мой тезка. За этого человека я немножко поболел. Фамилия у нас совпадает. Справляется с траекторией полета мяча. Артем нелегким выбивает головой за боковую. ФРО быстро выходит. Беги! Думаю, что здесь можно аналогии искать. На поле третий номер не отмечен в составе. Ребята из «Кокоса» можно подсказать. А может, Михаил Першин? Давай. Пока высоко, Сань. Подсказку. Вот, центр, хорош, вот так. Под третьим, да, и нет возможности. Потом подождешь. Докричаться для ребят, потому что мы стоим. Поджать здесь уже, все, съедать. Белые! Михаил Пименов, вот такой человек, не самый. Давай сюда, можно? У нас, кстати, Погреет красный цвет. Вверх, аккуратно!
Глеб, Глеб, Глеб! Еще, Глеб, еще! Как вот там? Двое, пас! Да, и ждем Глазго Рейнджерс. Ну, в общем, победа «Зенита». У нас так, вот так вышло, что и ЦСКА, да, и «Зенит» одержали победы на гостевых стадионах. Ну и, конечно, Павел Кузьмяк, это был лучший бомбардир того Кубка УЕФА. Я уверен, что если любой Санкт-Петербург встретит Павла Кузьмяка на улице Северной Пальмиры, он обнимет его целует. Да, конечно, популярнее его, наверное, только Михаил Боярский, если только что. Ну, да, Павел Погребняк, конечно, легенда российского футбола. Особенно у нас на отметившемся в составе Венера отыграл он сезон. Третий номер Костосов, Павел Марьяшин. Это огромное спасибо Михаилу Першину и Сергею Чекмареву. Вот тебе пошли! Дима, Дима, Марьяшина, вышел под третьим номером. Хорош! Там Павел Марьяшин, да, номер третий отметили. Дим, Павел Кузьмяк, ну просто мы вот так иронизировали, что люди играют в НФЛ, да, но тем не менее есть еще гол. А после этого подписывают новый контракт с официальной командой. Вот это факт. Сейчас снова перестроился. На ногах Рамиль не бросает, белый, все право. Лево, позади, и попробуют... Глеб, бровку, Глеб, бровку, Глеб, бровку! Чел, у тебя тоже идет, чел! Иди, Серый! Я вспоминаю нападающего Дениса Киселева, такой был в составе Томской Томини. Ну что, извините, технология, но это так... Разверни, чел, Серег, чел! Смотри, Глеб, смотри, Глеб! Бровку! Вот сейчас он отрабатывает уже знание. Смотрите, передача и пас на Павла Погребняка. Чужому отдали законники, если мне позволите такую аналогию. Тормозите, тормозите. Представители ФРО, представители правосудия. Михаила Пинову Натальи Бровской дает по красной шапочке. Ребята, имеет момент, и желтую карточку мы сейчас, друзья, с вами первую в этом матче увидим, абсолютно это все. И что, арбитр не показывает, вчера я отмечал, что арбитр, который пришел к нам из НЛ, с другой национальной лиги, судит в такой манере, когда он, ну, я не знаю, нужно зонду оторвать, чтобы он показал свою карточку. Вчера, на мой взгляд, матч Атлетики и Кубок 98, должно было показать три желтые карточки. Арбитр адаптирует нас хорошего футбола, где чуть-чуть выдвинься на случай этого добивания. Ну, вот здесь подсказка. Если что, пойдет. Алексей Кистафот, не бросайся. Тянул, да. Ром, впереди, уйдем, Ром, впереди. Это стандарт. Стандарт, что там поворот, хороший ход. Но точности этого выстрела не хватило. И замену готовят кокосы. И кокосы гриль. Белый, спина, белый! Делает замены, управляет он с поля. Фали! Откровенно говоря, если бы у меня Михаил Пинов был в команде, я бы тоже, наверное, тренерскую функцию, но я бы не применил бы использовать. Сразу ждите зоны свободы. И, честно говоря, удивление всегда вызывает появление Михаила Пинова не в а в первом дивизионе. И это опять-таки разговор о том, что Кокос клуб будет претендовать на выход в премьер-лигу. Обязательно. Пинов и Погребняк будут это обеспечивать. Ну и Ферма не выпустит у парней. Два состава здесь готовятся, ребята, выйти и играть. Ждем замену. Поднимайся, представитель правосудия.
И легендарный вратарь Сергей Парафонов, который очень любит играть на выходах, который любит играть в таком эксцентричном стиле. Он действует. Тоже мы встречались с командой ФРЛО, и тогда они чешальные назывались в манеже. И Сергей Парафонов даже в первом драйве ходил на угловые. И сейчас такой встретится, Павел Погребняк врывается в штрафную, удар! Мощнейший отражает Парафонов. Именно прессингует вынос. Уйдет! Ушел! Конец! Ну свисти раньше, блядь, и не было этого момента, ну ты же видишь, уходит, блядь! А тут драмы, блядь! На ровном месте! Да, сейчас Михаил Пименов сейчас претензии выставил. Правильно, Дим, правильно, поэтому игроку, Дим. Считаю, что раньше хорош, только отвлекшись. Первый брак в исполнении мастера. Не обработал мяч, отлетел он на боковую. На Серегу. На Серегу. Тот даже не почувствовал. Под него! За боковую мяч выходит. Ром, не заводись, лучше игрой. Александр Абрамов на разговоры вводить. Игрой нужно. Дали Маутом, ну не, на ближнюю вот. И. Бить, пойди ты, оставь кого-нибудь между себя. Отправил мяч на корнер, посмотрим, какие весты ФРЛО из этого сможет получить, подавать. Отправился Виктор Егоров. Номер 22. Подача на дальнюю, а там никого. Но на подборе красный первый. Если бы не Павел Погребняк. Не знаю, видел ли Павел Погребняк, что вышел из ворот Сергея Парафонова. Павел Погребняк. Счет в нашем матче не открыт, но игра очень динамичная. Быстрый темп, 6. В принципе, такой что-то приближающийся к нашему высшему. Давай, подвигаем, берем, попробуй из-под опеки уйти. Думаю, вот, минимум одна из команд будет примерно. Не Пименов как-то, как обработал, а как скинул Пименов. Ну, Павел Погребняк. Нет, чуть выше, Глеб. После голов Павла Погребняка, который он завел в кубке УЕФА в том самом. Да, не позволяет нам это забыть. И какие конфеты сейчас? Ищи, И Погребняк не сбивает. Да! Все, пожалуйста, ничего. Замена готовится к этому. Девятый номер команды, Турбо Гонер Дугач. Будет он вещи на острие, Погребняк, соответственно, из глубины справа. Поджимай, все, второй не давай. На своего вернувшегося на поле партнера, но здорово действует в этом сцене. Рома Прокофьев. За боковую. Давай, проводить замену.
Ром! И, несмотря на высокий темп, сейчас мы начали сверить. Сергей Чекмарев, сколько времени? Сколько времени? Тринчи. И давайте. Давайте что? Ставки на зеро будет в голову в первом тайме. Давайте мнение вылечить. На ход, вообще, на ход. Двигай, двигай его, блядь! Мое признание. Оборонительного футбола. Пименов показывает, что будет Наталью. Навешивает на Павлоса Грибника. Защитника опередили. И вот так вот Алексей Ксенофонтов. Не угадывает в этом моменте. Дум, наконец, Дудай. Только что вернувшись на поле, подставляет то, что своевременно и... В коротком расстоянии мимо Сергея Марафона мяч отправляет и счет прошел 2-1. Нет, давай, Глеб! Дай Гришу! Дай Гришу! Глеб, жена твоя! Ну я не так! Афонов любит играть ногами, кстати, Афонов как идиот и продолжает мяч контролировать. Последний мяч впереди. Глеб, бегай. Вот поверьте, друзья, мы еще вне пределов штрафной площадки. Он это очень любит, как каждый матч применяет. Ответная атака ФРЛО, приблизились уже к чужой штрафной площадке. Перевести направо можно, там 4-й номер. Шанс меняет. Пустой приезжий, но на себя берет 21-й удар. Заблокирован левым защитником. Здорово. Воротом сражал 21-й номер. Опять-таки обращаемся за помощью к Михаилу Кешину и Сергею Чекмареву. Потому что номер... номер карточной игры 21 не отмечен, к сожалению, в протоколе команды ФРЛО. А вот, может быть, ребята, которые стоят внизу, вот, должны подскажут, что у ФРЛО 21 номер. Нет, сработал. Никиту, смотри, Никиту! Ну! Хорош! Мое прощение. Улетел на запад. Сразу не знаю, кто по 21 номеру вышел на поле. Ну да ладно. Разберемся по ходу. Если Михаил Пименов сейчас объясняет своим партнерам, как нужно было в эпизоде играть. Суворов у нас уже опустился на Марчика, но Сидур Магомед Дудаев не просто был там найти среди сугробов из игры. Ну, нашел-таки для Михаила Пименова. Прострели передача, и это Павел Погребняк! Павел Погребняк, боже, какая пушка, какая катапульта у этого.